Мне довелось увидеть фрагмент вот этого фантастического действия, которое мы ожидаем увидеть в сентябре в Москве, больше года назад, именно в апреле 2014 года, когда я оказалась в городе Осло по приглашению такой норвежской замечательной организации, которая называется ОКО, офис. И, конечно, уже даже этим фрагментом, еще не готового до конца спектакля, я была совершенно очарована. Само по себе это действие производит совершенно удивительное впечатление, потому что это проект, находящийся на грани театра, музыки, визуального искусства, машинерии. Там используется какой-то фантастический совершенно комплекс удивительных приборов, электронных каких-то механизмов, специально разработанных компьютерных программ. Собственно, почему этот проект еще настолько дорог? Да, потому что он напичкан невероятным количеством всяких разных элементов, которые движутся, отбрасывают тени. Там появляются какие-то лучи проекторов, удивительное видео. В то же время это сопровождается музыкой и живой, и электронной. И вот все это создает такой потрясающий комплекс воздействий на все практически органы чувств зрителя. Словами это передать довольно сложно, в это нужно просто погрузиться. Поэтому я всех с удовольствием приглашаю погрузиться вместе с нами в сентябре в ГЦСИ.